Час назад сообщили страшную новость. Нас покинула известная актриса. Анастасия Заворотнюк. К сожалению, должен сообщить, что Насти больше нет, сообщается на ее личной странице. В сети сразу же вспыхнула буря разногласий, касающихся этой новости. И вот, прервав все разногласия, дочь Анна поставила все на свои места. «Прощай, жду с нетерпением». Мать увезли в Израиль на лечение, нашлись специалисты. За самочувствием известной актрисы Анастасия Заворотнюк продолжает самым пристальным образом следить огромная армия ее поклонников. Люди искренне надеются на то, что знаменитость может вернуться к полноценной жизни после длительной борьбы с раком. Именитая российская актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет не появляется на публике в связи с лечением рака. Борьба с недугом идет с переменным успехом. На сегодняшний день можно говорить о том, что болезнь перешла в стадию ремиссии. 50-летняя артистка уже более 3 лет ведет борьбу с заболеванием. По заявлению дочери Заворотнюк, состояние актрисы ухудшилось. Артистка потеряла возможность говорить, предполагают ее поклонники на основе комментариев из уст дочери. Покровский считает, что новый симптом может означать распространение опухолей и проблемы с нервной системой, передает day.ru. Врач объясняет, что при потере речи онкопациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции.